«Новосибирск начинается с тебя» – это лозунг круглого стола с представителями территориальных общественных самоуправлений в рамках форума «Активный город». Общественники обсудили проектную деятельность, а также поделились своими идеями. Подробнее в сюжете Юлии Алихановой. Одно дело, вы что-то сами делаете, другое дело, когда вас муниципалитет поддерживает. Это большой рычаг в том, чтобы муниципальные организации шли вам навстречу. Библиотеки, школы, социальные службы и так далее. Дмитрий Филиппов рассказывает об особенностях и преимуществах работы территориально-общественных самоуправлений. На круглом столе активисты ТОС делятся опытом. Мы активно поднимаем тему трансформации текущей деятельности территориальных общественных самоуправлений в сторону достижения реальных результатов, реальных изменений на территории. И продвигаем, конечно же, идею реализации социально значимых проектов, чтобы население активнее включалось в реализацию проектов, в реализацию изменений, чтобы население чувствовало ответственность за то, что происходит на их территориях, чтобы население бережнее относилось к своей территории. В обсуждении впервые принимают участие представители ТОС из Бердска. Они приехали, чтобы посмотреть, какие практики реализуют соседи и попробовать применить их у себя на территории. Это обмен опытом, это новые знакомства для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Мы уже давно смотрим в сторону, да, из Бердска, потому что мы понимаем, как мы здесь растем и хотим улучшать вообще это движение. Особое внимание уделили грантовой поддержке. Председатели ТОС активно принимают участие в конкурсах социально значимых проектов. Например, именно так появился карманный парк на улице Колхидская, 11. Раньше была площадка здесь детская. Ну какая, представьте, трава и железные какие-то там, их убрали, ремонт делали, там трасса проходила. А мы это сейчас сделали не на трассе. Перенесли вот эту лесенку, нужно было нам перенести на метр. Это же такой труд, зато приятно. И люди говорят: молодцы, большое спасибо. Парк будут продолжать. После встречи с коллегами Наталья Гончарова воодушевилась новыми идеями для своего проекта. Мы решили его продолжить. Проект уже написанный. Уже маленько будет все так, но изменено. Сегодня я послушала, много нового взяла, и у меня уже идея возникла другая. Новые идеи общественники обсуждают не только на круглом столе. В Новосибирске регулярно проводят школу ТОС, где рассказывают о технологиях проектного управления в деятельности ТОС и как привлечь больше людей в реализацию проектов. Активисты уверены, лучших результатов можно добиться только общими усилиями. Юлия Алиханова. Итоги недели.